25 марта, я не курю 53-й день. И знаменитые мартовские снегопады. Я хотел сделать доброе дело, немного поубираться на заливе. Взял пакет, думаю, пособеру бутылок немножко. Потом мне казалось, что масштаб трагедии примерно вот такой. Так по-быстрому, там на 15 минут заехал и все убрал. Но по факту, я боюсь, что я здесь за 15 минут не уберусь. Да и вообще сюда по уму нужны грабли, не знаю, лопаты. На самом деле я сюда поехал один, а вот сюда пришла Оля. Причем я что-то ее вообще не ожидал здесь увидеть. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Че это ты вдруг решила выбежать? Прогуляться. Ну вот теперь у меня есть помощник, теперь я не один. Что, пойдем убирать какашки? Я буду считать, что начало положено, но в следующий раз я сюда приду более подготовленно. Я реально думал, что как-то возьму пару пакетов на 10 минут, соберу пару бутылок. Здесь, наверное... При этом люди сюда очень любят ходить и делать здесь шашлыки. Я решил не откладывать на целую неделю. А начать прямо сегодня и сейчас. Теперь у меня есть перчатки. Я подошел к вопросу более профессионально. У меня есть перчатки и большие пакеты. Сюда только с большим пакетом нужно приезжать. Я вернусь к тебе. Пакет для пакета. Попрощайся с друзьями, скажи до свидания. Откуда такой порыв, чтобы выйти на залив и пособирать какашки? В 2009 году мы со Станиславом Андреевичем писали сценарий, мы придумывали историю про чувака, которому, мягко говоря, не нравились люди, которые мусорят, и он их, мягко говоря, наказывал. Но не дописали. Часть какая-то сделана. Потом в 2010 году как-то раз я был на форту, пьяный, с камерой, и ходил, возмущался, мол... Все вокруг загажено. Что же творится в этом мире? По-моему, нет ничего проще не мусорить. Вообще, в этой истории с мусором мне больше всего интересно вот тот момент, когда человек выкидывает бутылку, выкидывает в неположенное место. О чем он думает в этот момент? Любой поход подобный на природу все забирается с собой категорически. А почему я сейчас сижу с микрофоном? Да это чтобы лучше меня слышать. Все, можешь там выключать.